Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Татьяны Корбут. Композиция называется «Гений». Музыка исполнения Самуила Абрамовича из цикла «Жившая поэзия». Закончен давний спор, погасли свечи, свершилась та нелепая дуэль. Не оглянувшись быстрым шагом вверх, не глянувшись быстрым шагом в вечность, великий Пушкин уходил в метель. И словно я была на той дуэли, но помешала Дантеса не смогла, огнем пропавым и снега горели, душа еще в метании жила. Поэта спешно погрузили в сани, мчавшись прочь от этих страшных мест, как Божий агнец на свое заклание пронес он до конца тяжелый крест. И сотворил и был в плену насмешек достойный сын своей родной земли. И если пред женой был грешный, за все его простила Натали. Жизнь соткана из тысячи мгновений и жжет глаголом мудрая строка. Нелегкий путь прокладывает гений и будоражит рифмами века. Нелегкий путь прокладывает гений и будоражит рифмами века. Бессмертной памятью в сердцах народа вовек ей не померкнуть никогда. И светит, улыбаясь, с небосвода судьбы его прекрасная звезда. И светит, улыбаясь, с небосвода судьбы его прекрасная звезда. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Абрамович. Музыкальная композиция «Экспромт».
гений. Стихи Татьяны Кормутовой.